Если бы этот столб умел говорить, он бы, наверное, вопил от ужаса. Например, водитель, берегись, падаю. Вот такую ужасающую картину приходится наблюдать жителям в деревне Гребнево на улице Лучистая. Судя по углу наклона, электрический столб представляет серьезную угрозу для здоровья и имущества местных жителей. Невольно вспоминаешь электрические джунгли в Азии, где новые линии электропередач тянут прямо поверх старых. Правда, даже там столбы не лежат на проводах. Что же, будем надеяться, в Щелковском районе коммунальные службы придерживаются более традиционных взглядов и скоро поправят ситуацию.